Так, здравствуйте, дорогие интернет-зрители. И мы снова вместе с вами, компания Регины, продолжаем проходить Дино Кризис первую часть. И отправляемся сейчас. Сейчас, в общем, у нас будет небольшая головоломка впереди. И головоломка-то ладно, как-нибудь с ней справимся. Но у нас впереди еще будет новые знакомые, самые, на мой взгляд, здесь противные, беспощадные. Появится новый вид сейчас динозавров. Небольшой транспорт врезался в жалюзи. Ага, это вот почему у нас прогнуто там с той стороны было. Броневик с пулеметами, возможно, это экспериментальный образец. Ну, ты, в принципе, некое отношение, Регина, имеешь к воякам, поэтому тебе ли не знать. Так, вот плохо, что у нас с инвентарем я, конечно, немножечко лоханулся, но ничего страшного. Главное, что я ядовитые дротики взял. Они нам понадобятся. И понадобятся прямо сейчас. Ага, вот, DDK. Возле трупа. И вот эти супер-монстры, супер-мутанты. Ай-я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 й. Так, ну с ним мы сейчас сражаться не будем, мы постараемся убежать. Там их тем более двое, так что не советую вам с ними вообще сталкиваться в открытом противостоянии. Так, и здесь еще один здоровяк. Его мы мочканем. Видите, ядовитые дротики, они просто с первого раза убивают. Получил, гад. На нем написано рабочая площадка. Ага. Мы им, кстати, не применим воспользоваться. И вот мы взяли третью карточку от крана. Так, ну и больше нам здесь пока делать нечего. Здесь у нас двери уровня А. У нас пока нету таких ключей вообще. Так, и тут пока тоже все закрыто. Ничего не работает. Рик там, вместо того, чтобы делом заниматься, непонятно, что он там вообще на компе делает. В интернете, скорее всего, шарится. Смотрит какие-нибудь ролики на YouTube. Так, ну а мы тем временем идем пользоваться краном. Я вам уже говорил, что здесь, в принципе, загадки похожие встречаются, и каждый раз они все больше и больше, ну, как бы усложняются. И сейчас у нас... Так, нужны три карты крана, чтобы сдвинуть. Ну, у нас же три. В общем, сейчас будет кран, но немножечко усложненный. Здесь совсем непонятный кран. Совсем у него мало кнопок. Видимо, у людей совсем не было ресурсов. Я не знаю, как это еще можно назвать. Как вообще можно было такой кран сделать? Ну ничего, сейчас мы быстро справимся. Я как-никак на кране-то уж я работать умею. Так что, я думаю, мы справимся без особых проблем. Вот, ребятушки, учитесь, пока я жив, как говорится. Собственно, вот таким макаром мы пробираемся к вот тому дядечке, прилегшему отдохнуть. Он, видимо, настолько устал, что аж разваливается на части от усталости, как говорится. Так, и куда же нам тебя поставить? А поставить нам тебя вот сюда, вниз и релиз. Погнали. И останется сейчас две вон тех самых крайних правых верхних. Подобрать еще. Да, не позавидуешь здесь, конечно, исследователям. Они, по сути, стали жертвами, ну, какой-то, да, я бы сказал, даже не алчности Кирка, а его, ну, как вот,
отдал он всего себя своему эксперименту, и на этой почве, я думаю, он обезумел. Немножко крышка-то у него слетела, поэтому приносит в жертву здесь и людей, и, ну, своих сотрудников, каких-то соратников, ну, все по барабану. Мы уже много тут чего читали, много чего слышали, и, в общем, Кир, конечно, да и то, как он сам себя ведет, он совсем неадекватный, видите. Его тут забрать хотят, а он: нет, говорит, нет, я никуда не поеду. У меня еще тут есть делища незаконченные. Я, видите ли, властелином стал этого острова, и никто мне не указ. Еще неинтересно, говорят, мы, говорит, ну вот, наша группа спасения, мы от вашего правительства, то есть это, видимо, не Соединенные Штаты. Так, все, путь свободен. Выходим. Так. И здесь сейчас внизу, слава богу, видите, куда-то исчезли эти динозавры здоровенные. Поэтому, когда впервые они появляются в этом зале, с ними не надо бороться, потому что они исчезнут. Так, ЦДК у нас с буквой Б. Ну, пока первый. Странно, что она вообще ничто, никак вообще уже не комментирует. То есть Регина уже настолько привыкла здесь к трупам, к разорванным телам, к кровище, что, в общем-то, ее уже это нисколечки и не беспокоит. Вот такая вот наша рыжеволосая женщина стала, ну, как скажем, твердая очень. Стала как практически терминатор, бессердечный такой. Хотя нет, я, конечно, шучу. Конечно же, шучу. Так, ну, с нашим чувачком бесполезно разговаривать. Он там, не знаю, в дотку, может, шпилит. Вам нужен штепсель. Оу! А, можно открыть одним штепселем. Отлично, открываем. Великолепно, просто великолепно. Так, давайте сортанем. Так, и что у нас? Давайте вот эти патроны выложим. Они нам ни к чему. Так, ускоритель, Так, снотворное возьмем. Давайте еще один ядовитый дротик замутим. Так, еще снотворное. И сейчас будем мешать, усиленно мешать между собой. Так, с ускорителем. Да. Смешать снотворное. Да. Две штуки стало. И еще раз с ускорителем. Да. B++, отлично. Все, и там у нас есть оживление еще одно. Берем. Так, гемостат, умножитель. Так, а у нас что с медицинской точки зрения? Две аптечки. Нормалек. Нормалек. Так, и вот эти дротики тоже с собой возьмем, так как они нам понадобятся. Сейчас у нас тут новый тип врагов, как я уже сказал, поэтому надо быть очень начеку, прям очень-очень начеку. Так, и давайте сортанем. Оп. Да, вот они, видите, сложились. 3-2. Так, ну все. Все. Можно отправляться в путь. Так, еще один умножитель. Ну, нормально. Нет, мы сохранялись недавно. Я когда первый раз эту игру проходил, вот, предыдущий мой забег, я много-много дротиков упустил. И у меня такой здесь напряг был. Я их с собой не взял тогда сюда вот. То есть оставил все в исследовательском комплексе, и время очень много прошло до того момента, как я не открыл
следующие ящики. У меня такие проблемы были, ну просто нереальные здесь. С этими вот... Я даже не знаю, как... Кто знает вообще, как они правильно называются, эти вот здоровенные динозавры. Так, вот мы открыли дверь. Идем далее. Напишите в комментариях, если кто-то знает, как они называются. Страшилища вот эти. Так. Ой, их тут целых двое. Попытаемся пробежать? Попытаемся. Хана. Просто замочили. Собаки. Такие. Так, там была коробочка с ништячками. Это, конечно, плохо, что мы ее не взяли. Ну ладно, возьмем как-нибудь в следующий раз. Они, по-моему, тут еще спавнятся. И поэтому я их там не убил. Мы их убьем чуть позже. Так. Карту мы получили. Это может не радовать. Это дисплей для сообщений для посетителей. Сюда что еще и посетители пускают. Так, это мы еще откроем не скоро. Да, у нас нету замков. Точнее, дедикеев. О, отлично, штепсель. Это женщина-исследователь. Ее белая роба испачкана кровью. Кстати, по-моему, это первая женщина, которая нам попалась на глаза. По-моему, так. Так, что у нас дальше? Ой-ой-ой, здесь еще один. Здесь их тоже двое. Так, вот, бежит. Сдохни, тварь. И ты тоже. Отлично, видите, с первого раза просто мощно. Но тут, по-моему, они не заспавнятся, насколько я помню. Хотя, будет, конечно, печально, если все-таки у них будет здесь спавн. Что-то ты, Регинка, стала еще хуже себя вести. Так, тут у нас будут наши обычные велосирапторы, знакомые нам. Поэтому тут уже можно... Ой, опять переполнен. Как же так? А, мы патронов взяли. Так, 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 так. Умножитель. Умножитель не с чем скомбинить. Гранаты. Вот гранаты надо будет выложить, они нам пока вообще не понадобятся ни в каком виде. Да чтоб тебя! Да ты чё, а? Урод, вообще перегородил все. Все чё только можно. Пошел вон. Бедную нашу Регинку запинали просто. Запинали, закусали. Угу. Кстати, я здесь хотел проверить, это вот система безопасности сработала. Но у меня всегда в руках была здесь пушка. А тут пушки нет в руках, и она все равно сработала. Давайте первым делом ее отключим. Так, да. Ой, какая приятная музыка. Просто она успокаивающая таки. Так, давайте-ка возьмем пушку в руки. Как-то неуютно. Неуютно. Ой-ой-ой, смотрите, как страшно ее тут убили просто. Her throat has been crushed. Ого! Получается, ей горло просто разрезали. Даже не разрезали, а раздавили. Ой, жесть. Смотрите, как ее загнуло. Ужас. Device that can rewrite the data. Устройство, которое может переписывать ID-карты. Персонал, это же и B2, B3, имеют свои ID-карты, зарегистрированные в этом терминале. Чтобы переписать данные, вам нужна ID-карта. Но ID-карта-то у нас на самом деле есть, у нас нету пока данных какого-либо из исследователей с этих этажей. Так, что у нас тут?
Ой, опять на английском. Ну что такое? Перевод, конечно, вот который текстовый здесь не особо, конечно, радует. Да, давайте прочтем, попробуем. Так, что у нас тут? Ну так, не близко к тексту, но постараюсь перевести. С тех пор, как мы собирались переместить экспериментальный генератор наружу, мы ожидали, что увидим членов персонала наружных членов персонала с тестовой зоны. Как последнее напоминание, если перегрузка, если случится перегрузка в этой лаборатории, это будет означать полное уничтожение всего комплекса. Вот так вот. То есть очень мощная, видимо, тут третья энергия. Если вы не собираетесь раствориться, ну то есть чтобы вас стерло здесь, то нужно охранять очень внимательно эту зону сегодня. Персонал будет работать двойными сменами. Доктор Кирк, в общем, запер сам себя в своей личной лаборатории уже около недели. И никто его с тех пор не видел. Следите очень внимательно за исследователями. Точнее, оберегайте исследователей. И помните, что успех эксперимента зависит от способности, от их способности думать. Ну, то бишь, не бить, наверное, по голове. Имеется в виду охране. Так, еще кредит доверия доктора Кирка очень сильно варьируется среди персонала. Ну, вот видите, мы это уже видим даже в записках, что к нему очень по-разному относятся. Держите ваши... следите за перезаписывающим устройством, чтобы предотвратить несанкционированного использования. Здесь будет расположен пример того, как нужно пользоваться этим перезаписывающим устройством. Ну и, в общем, держите ушки на макушке. Вот как-то так, в общем. Так, ну что же здесь? А дайте штепсель еще, ребята. Ничего нужного, говорит Регина. Так, ну нам тут пока, в принципе, так. Вот DDK еще лежит. И опять же DDK C. Блин. А у нас пока нету пары. Так, этот терминал собирает информацию с ключей чипов. Вы можете записывать данные здесь, на эти ключи чипы. Ладно, пока все. Это у нас очередная safe room. Так, сейчас уже не сработало у нас это. Так, выходим обратно. Давайте запишемся. Наверное. Хотя нет, давайте пока не будем. Мы здесь еще очень долго будем бегать. Это у нас сейчас... Ух! Смотрите, мы как... Регина просто как Бэтмен. Перед рожей динозавра такая, только чпык. Так, не в ту сторону. И телепортнулась. И опять она играет в Марио у нас. По... вентиляционным шахтам, по каким-то водопроводам лазит. Так, спускаемся. Так, там у нас закрыта решетка.
А, инвентарь переполнен. Чтоб тебя. О! Отлично. Так, а давайте красную попробуем открыть. Ага, здесь два штепселя надо. Два штепселя. А у нас один пока. Ну, может, сейчас здесь в комнате что-нибудь найдем. Гейл! Ага. Скоро утирка кончится укрытие. Не, какой он все-таки странный, а? Кот-то исчез, его не было. Мы с Риком сами добирались. Тут увидел, ничего не спросил. Как, че, видит, что она вон бедная, покоцанная вся. Гоняется все за Кирком. Скоро, говорит, у Кирка кончатся места для укрытия. Они что, в прятки играют, что ли? Да, блин, инвентарь переполнен, чтоб тебя. Прикол, это записка. Не забудьте заправлять кровать после сна. Видите, тут, видимо, жили ученые, и тут типа графика какого-то. Ну, правильно, чтобы не загадиться совсем в своей комнате. Белый халат исследователя не сильно изношены. График дежурства. Заправлять койки им надо. Вот. Так, что у нас тут? Что-то написано. Похоже на журнал исследователей. Прочтете его? Ну, естественно. Пацан нашел ошибку в моих расчетах предполагаемой величины. Я имею в виду стабилизатор. Кажется, мои расчеты времени, когда энергия реакции достигнет критической точки, отличаются от истинной величины на 6 наносекунд. Ну ничего себе, ты косикопор. Практически вечность. Я сказал, что допустил ошибку, но он не просекает ситуацию. Он не понимает, что мы измотаны круглосуточной работой без отдыха. Подпись М. Что они секретничают там? МКМ. Международный космический модуль. Все относятся к Кирку так же, как и вы. Пора высказать ему наше мнение. Я слышал, вы можете сделать смертельный яд, смешав различные лекарства. Говорят, нужно просто смешать сильное обезболивающее с чем-то еще. Я думаю, что все зашло слишком далеко. Подпись, мягкий знак, К. Видите, до чего тут доходит? Что уже смертоносные яды тут пытаются сделать? Да вы идиот! Вы что, не видите, что доктора Кирка волнует только эксперименты, ничего более? Вы обвиняете других в ваших ошибках, что не делает вам чести. Если с экспериментом возникнут проблемы из-за вашей ошибки, я обвиню вас. Это вам надо опасаться того, чтобы кто-нибудь случайно не отравил вас. Подпись неизвестна. Кошмар, тут тоже междоусобные, видите, между учеными уже такие терки. Недовольны они Кирком полностью. Кто-то на его стороне, кто-то против него. Так, нужен ключ уровня А. Ну и на самом деле здесь, в общем-то, была подсказка, как делать эти ядовитые пилюли. Ну, точнее, дротики вот. Которые мы с вами уже не единожды создавали. Сильное снотворное надо мешать. Так, давайте красную откроем. Два штепселя, по идее, есть. Да, отлично. Так, дротик яд, шлак патроны. Угу. Так, давайте шлак патроны возьмем и, естественно, вот на гранатке их заменим. Так, и что мы еще? Так, вот сорт нажмем. Появилось у нас место свободное. И давайте еще попробуем сотворить. А, у нас нету оживления, да? Так, ну все равно можно, знаете, как сделать? Вот так вот раз. И... Ну, давайте вот так раз. Сейчас. Постараемся быстренько скомбенить. Снотворное с умножителем. Так, два. И эти дротики еще раз с умножителем. Так, вот. Так, четыре у нас получилось. И если их между собой скомбенить... R+, да, получится? Да. Ну, ладно. Больше не зато. Место много не занимает. Почти готово. Надо нам еще ускоритель. Так, давайте еще раз залезем сюда. Патроны опять возьмем. Так,
Ядовитый дротик. У нас их три. Так, ну ладно. Пока. А, знаете, что можно? Можно выложить вот эти еще патроны. Сюда. Так, да, так. Все. Пока у нас все неплохо идет. Так, больше штепселей нету. А вот там зеленые-то как раз бы и были бы. О, отлично. Оживление там бы было. Блин, а у нас B+. Ой. Ё-моё. Использовать нажал. Вот бы использовали сейчас. Так, смешаем. Вот. B++. Все, получили самые сильные дротики, из которых можно будет сделать ядовитые потом. Отлично. Так, это у нас закрыта дверь, по-моему, с обратной стороны, да. Идем в обратную сторону. Так, тут тоже все закрыто. Так, где-то у нас тут что-то, что-то. Ага. Сильно, да, покоцали. Ладно, тогда юзанем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, схватил, вот гад. Пошел вон. Так, погнали, 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 Регинка. Ой, нет. Обманули. Ой, отлично. Убежали от дурачка, правда, он покоцал нас все-таки. И мы кровью истекаем. Так. Тут вроде тишина. Так, вот это плохо, что мы кровью истекаем. А, так, 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 так. Блин, придется юзануть еще один медпак. Потому что... Потому что истечем кровью до плохого состояния. О! Ключик Б. Отлично. Это у нас уже есть DDK один. Так, нужен диск планирования. Эти два устройства всего лишь модели, их нельзя использовать. Ну, модели муляжи, в принципе. На большом мониторе идет какое-то моделирование. Все ничего моделирует. Не, классно, конечно, сделано. Атмосферно тут. Чтобы использовать это устройство, нужен диск планирования. У нас его пока нету. Записная книжка с сообщениями. Прочтете? Давайте. Те, кто будут впервые включать генератор сегодня во время эксперимента, должны запомнить следующие процедуры. Прежде чем включать генератор, нужно установить следующие два устройства. Инициализатор и стабилизатор. Функции этих устройств таковы. Инициализатор генерирует нужное количество энергии для первой реакции при включении генератора. Стабилизатор же – это реакция третьей энергии, привлекает воздух и генерирует энергию путем цепной реакции. Он удерживает реакцию на определенном уровне. Вы найдете модели деталей внутри кейса в центре. Если вы не видели их, проверьте и рассмотрите их. Если вы разобьете на части числа, которые вы использовали при получении сердцевины, и добавите 0 к каждой из цифр, то вы получите пароль, необходимый для получения доступа к другим двум защитным деталям. Будьте осторожны в обращении с паролем к сердцевине. Ну, на самом деле, здесь первая часть сообщения, она так себе по важности. Но вот вторая часть, она достаточно важна, это подсказка. Но она нам пока не понадобится. Так, видите, замигала дверь красным. То есть мы ее можем открыть, но... Но опять же, не сейчас, потому как... Так, уснул? Или кушает что-то? Ха-ха. Здесь их два, видите, стало.
точнее вы не видите, но там один кушал, а другой топтался. Их вообще там будет все время два. Так, теперь нам надо немножечко назад вернуться. Беготня, она... Ну, если утомлять здесь, то немного. Побегать, конечно, приходится много. Но все равно это вполне себе нормально. Так, снотворное. Отлично. Ага. Так, убежали мы от тебя, дурачок. Так, надеюсь, что здесь не резнулись два тех здоровенных Диника. Регина, я все починил. Ага. Можешь открывать заслонки. Да ладно, резнулись. Это вообще плохо. Это прям... Блин. Это нехорошо. Это очень нехорошо. Так, ладно, мы тогда сейчас с вами... Он открыл заслонки, говорит, ну решетки. Надо вернуться опять назад. Блин, плохо, конечно, что нарезались тут эти здоровички. Так. Снова сюда. Снова мы как Бэтмен улизнули от велосираптора. У Регины много скрытых талантов. Так, теперь тут должна открыться штукенция одна. Так, пока нас не видят, хорошо. Ага, во, увидел. Так, мы закроемся от тебя, дуралей. О, оживление, отлично, отлично, отлично. Так, берем оживление и смешиваем с этой штукой. Дротики нам, видите, нужны, блин, здесь еще и резаются, потому что эти... У нас их теперь 4, да? Так, снотворное пока не с чем комбинить. Ладно, у нас появился ключ С. Так, комната стабилизации экспериментов. Ага, здесь опять кто-то кушает. Тут у нас DDKD. А, нет, пока нету пары тоже. Так, я вот не помню, есть тут что-то еще. Вон, видите, там хвостом виляет. Надеюсь, он нас не заметит. Сквозь стекло видно много разных машин. Когда он так не видит, лучше не бегать. Так, здесь дверь А. Наверное, мы его все равно сейчас завалим. Что-то жрет. Так, сколько уже? Все? Нет, не все. Так, да, добиваем тогда с пистолетика. Он у нас прокачанный полностью. Все. Усни. Точнее, не усни. Сдохни. Сдохни. Отправляйся в свой рай, ад, мир. Я не знаю, Вальгалу, как она у вас там у динозавров называется. В парк юрского периода, в общем. Иди. Использовать панель. А чё, у нас нет пока кода. Поэтому... Чертежи жизненных деталей показаны в центре стола. Они используются, да? Так, ну все. Короче, мы тут DDK взяли. А теперь нам надо снова вниз. Снова к тем здоровякам. Вот, по-моему, сейчас, если их там убить, то они больше не резнутся. Чё-то я... Не помню. Ага, заметил нас. Ну-ну-ну-ну-ну. Во, получил в носяру. Так, снова прием Бэтмена. Бежим, бежим, бежим. Сейчас побегаем мы. В принципе, пол игры-то мы уже точно прошли. Тут
принципе, осталось. Вот здесь нам в этом теперь комплексе, это основной как бы, где вот эксперименты уже с третьей энергией непосредственно проводились. Так, однако, вот так тебя прикроем. Так, давайте зарядим снова дротики. И убьем их здесь, потому что, по-моему, здесь они больше не резнутся. Так, один готов. Где второй? Или он здесь один всего резнулся? Ой, отлично. То я уже заминусил себе два дротика, думал, что все. Я, блин, привычки закрываюсь. О, нормально. Так, два. Так, а хватит у нас на красный? Ой, нет, здесь нужны три. Три штепселя для красного. Так, зеленый. Ладно, давайте пока вообще не будем открывать. А, так, а у нас есть что-нибудь из медикаментов-то? Решил я не открывать. Нету. Нет, тогда надо открыть. Потому что сейчас там впереди два здоровенных динозавра. Надо себе еще что-нибудь. Так, сколько штепселей? Один, да, всего используется? Ой, отлично. Так, что у нас тут есть, что нету? Лекарства. Лекарства. Так, если их вместе скомбинить. Так, мы получим. Так, а если со снотворным? Так, нет. Надо еще гемостата взять в парочку. Или что, или зеленый тогда получится. Так, гемостат. А, два гемостат, фу ты, господи. Да. Нам нужна аптечка С. Ускоритель тоже, скорее всего, не поможет. Так, ладно. Тогда выкладываем нафиг этот гемостат. И давайте, наверное, нет, снотворное выкладывать не будем. Так, может, других что есть? Во, медпак С. Сейчас тогда их скомбаним. Ну, пускай даже так, ладно. С плюс. Так, а если со снотворным? Нет, снотворное нельзя. Нельзя сюда, потому что. Из него мы будем делать эти самые. Ну, дротики ядовитые. Так, нам сейчас надо к Рику обратно попасть. А, у нас же, по-моему, вот отсюда сейчас появился DDK. Да, вот. Откроем сейчас дверь в порт уже. Это уже хорошо. Так, ну смотрите, объясняю. Тут, значит, у нас снова этот чертов DDK. Здесь просто берем все вот эти цифры от 2 до 9 переводим в английский алфавит. Получается у нас тогда B, C, D, F, G, H, I. Вот. А, пятерки здесь нету, да? И просто исключаем также из того, что написано в поле код, вот этот вот ключ, переведенный в буквы. Настоятельно все-таки рекомендую вам изначально переводить все, что здесь на русском, в английский алфавит, так гораздо проще. Да, немножко времени больше занимает, но гораздо понятней. Какие слова. И у нас в итоге здесь тогда получится слово на английском, опять же, естественно. А,
Water. Way. Ну, в общем, водный путь. Путь по воде. Так. Заходим. И здесь мертвые исследователи. О, отлично. Еще один. Да что-то. Хотя он мертв, он все еще сжимает в руках передатчик. Бедолага. Регина! Похоже, эта дверь ведет к порту. Чтобы это открыть, понадобится немало времени. Ты слышишь, Майк? Ключ от порта у меня, но за мной гонится ящерица! Я направляюсь к главному лифту, встретимся на первом этаже, поторопись! Ха, похоже, не только у нас неприятности. Понимаю, тебе весело. Но если этого парня съедят, ключ придется доставать из живота динозавра. Ты должна его спасти. Ну, конечно, кому еще спасать? Ты-то у нас мега-хакер. Ум. Тебе нельзя волноваться даже. Естественно, Регинка. Но Регинка молодец, она не теряет... чувство юмора. Держится молодцом. Так, тут у нас ключ. Ага, это отлично, отлично, что он у нас появился. Он нам вскоре понадобится. Так, наблюдают за портом. Так, ну вот, у нас попросили помощи с, в общем, доктора, исследователи. Они там попали конкретно. Так, нам надо немножечко назад. Так, ну давайте мы это спасем исследователей в следующей серии. Надеюсь, они продержатся, пока мы будем бежать. Пока засейваемся и увидимся в следующей серии. Подписывайтесь, надеюсь, вам нравится все. Комментируйте, ставьте лайки. С вами был, как всегда, Скудер. Увидимся в следующей серии.